Всем привет! Сегодня изготовим одно приспособление, которое точно пригодится любителям и профессионалам столярного дела. Приятного просмотра! Из материалов для изготовления понадобится листовой металл толщиной 10 мм и латунный пруток. Без последнего можно обойтись и использовать обыкновенные винтики, но я хочу сделать как всегда красиво и выточу их из латуни. Начнем, как обычно, с разметки металла. Нам будут нужны три заготовки с размерами 20 на 200 мм. Поскольку на улице не так холодно, вырезать заготовки будем здесь. Для этого использую обыкновенную болгарку. Это приспособление я решил подарить своему другу, поэтому будем изготавливать максимально аккуратно. Кстати, на этот Новый год и меня без подарка не оставили. Ребята с канала Белерафон Студио подарили вот такую красоту. Один точно такой же мы уже разыграли, но а это моя версия. И пользуясь случаем, хочу вам порекомендовать этот канал. Это канал для настоящих мужиков, на котором ребята изготавливают крутые реплики самого разнообразного оружия. Это целое кузнечное шоу с крутой съемкой и монтажом. Перейдите по ссылке в описании и сами посмотрите. Я залип на весь вечер. Да, и озвучка роликов осуществляется официальным голосом Оптимуса Прайма в России. Спустя время получились вот такие заготовки. Размер у двух маленьких 20 на 100 мм. Далее для выравнивания плоскостей можно воспользоваться той же самой болгаркой или напильником. А у меня есть фрезерный станок, и я буду делать на нем. Как ни крути, на нем получится точнее. И в итоге имеем абсолютно ровные и одинаковые заготовки. Поверхность каждой из них решил немного декорировать и сделать продольный сатин. Установил ленту с зерном 80 единиц и обрабатываю каждую из сторон. Кстати, обточить заготовки в нужный размер можно было и здесь, но это дольше. И вот такая поверхность в итоге у нас получилась. Теперь, конечно же, токарка. Устанавливаем латунный пруток и для начала изготовим штифт. Он будет служить в нашем приспособлении в качестве маркера и позволит сверлить отверстия на одинаковом расстоянии. Протачиваем пруток в диаметр 8 мм. Затем делаем накатку и обрезаем. Такие же операции делаем и при изготовлении винтов. Их можно взять уже готовые, как я и говорил, но я хочу сделать все красиво. Теперь изготовим три дюзы. Они будут служить направляющими для сверла и позволят сделать отверстия в заготовках точно перпендикулярно. Рассверливаем отверстие сверлом 7,5 мм. А после запрессовки дюз на свое место пройдемся разверткой на 8. Наружный же диаметр делаем 12 мм плюс пару соток и отрезаем. Далее делаем большие фаски и готово.
Вернемся к нашим заготовкам и насверлим отверстий. Все отверстия на конечном этапе прохожу разверткой. Конечно, лучше это делать на станке, но если его нет, можно воспользоваться обыкновенным шуруповертом. Найти такой можно в интернете с помощью e-каталога. Здесь можно найти какой душе угодно, буквально от 1000 рублей. А если ищете определенную марку, то с помощью фильтров можно выбрать именно ее, а также вывести результаты по возрастанию цены. Убедившись с моделью, заходим в отзывы и убеждаемся в правильности нашего выбора. А дальше, конечно же, смотрим, где продают дешевле всего. Например, в этом магазине можно купить почти на 1500 дешевле, чем в другом. В общем, будете что-то искать, ищите на e-каталоге. Ссылку положу для вас в описании. Мне же с установленной недавно системой УЦИ стало намного проще работать. Вошел в координаты и перемещаешь стол до нужного значения. Наши детали почти готовы, но мы еще не закончили с их внешним видом. Вместо краски сегодня будем использовать холодное воронение. Все для этого я купил в ближайшем охотничьем магазине. Делаем все по инструкции. Сначала обезжириваем и для этого используем специальную жидкость. Ну а дальше наносим состав для воронения ватной палочкой. В результате этих манипуляций получили вот такую поверхность. Но и это еще не все. Установив ленту с самым мелким абразивом на самодельный гриндер, заполировываем грани деталей. Вот так выглядит финальный результат. На этом этапе решил наполировать все латунные детали. Мне кажется, так будет красивее. Кстати, тот самый добрый станок уже отправлен победителю, поэтому пришлось вернуться в старый гараж для выполнения этой процедуры. Теперь сборка. Дюзы для перестраховки перед запрессовкой на свое место промазал фиксатором резьбы. Так они точно будут сидеть плотнее. Ну а теперь их наконец-то можно развернуть до 8 мм. Забыл еще одну важную деталь, но вовремя о ней вспомнил. Нашел у себя в закромах обломок удлиненного сверла на 8 мм и заточил его. По-быстрому изготовим для него стопорное кольцо из той же самой латуни, чтобы не отходить от общего стиля изделия. Вот теперь полный порядок. Наконец, все готово к сборке. Винты в нижней части также промазываю фиксатором резьбы. С помощью отвертки выбираю люфт и жду, пока клей схватится.
Когда рамка полностью собрана, устанавливаем верхнюю планку с дюзами. И наше приспособление готово. Поскольку это подарок, его нужно упаковать. Давно лежала у меня такая коробочка и ждала своего часа. Сделаем внутри ложемент и вырежем ненужные части в вспененном полиэтилене канцелярским ножом. И в итоге вот что у меня получилось. Теперь все будет лежать на своем месте. Ну и собственно, для чего это приспособление нужно? Многие уже, наверное, знают, но я все равно покажу. Оно нужно для сверления в торцах заготовок отверстий для шкантов. Они необходимы для склейки заготовок в щит или для декоративных целей. Конечно, доска с Леруа Мерлен не самый лучший выбор для демонстрации работы. Но другого материала у меня, к сожалению, нет. Забиваем шканты в отверстие, затем нужно промазать стык клеем и соединить две заготовки. Вот так у меня получилось. Если бы не поведенная доска, вышла бы просто идеально. А на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь видео с друзьями. С вами был, как всегда, я, Михаил. Пока-пока.